Можно задать вам вопрос? Приятного аппетита. Вы с ребенком, я так понимаю, пришли, да, фильм посмотреть? Да. Он уже что-нибудь знает о актерах, нет? Нет, я думаю, вряд ли. А вы? Конечно, знаю. Что ты нас своей мамой пугаешь? Мы еще маленькие совсем, поэтому она мало чего понимает. Она? Она, да. Но я думаю, она уже влюблена в Арарата. Наверное. Привет. А ты что не ешь? Все едят. А, я маму жду. Сам что, поесть не можешь? Ну, я не хочу. Ты вообще фанат сегодняшних героев кино? Ты видел их когда-нибудь в сериалах? Да, видел. Хочешь быть похожим на этого, на Длинного? На Николая Наумова? Конечно. Здрасте. Откуда вы к нам такая темненькая приехали? Ну, я вообще-то отсюда. Нет такого города Куала-Лумпур! Что пьете? Какой-то очень вкусный коктейль. С утра водку в 4 часа дня, да? Да? Нормально. Это по-нашему. Для хорошего настроения. Это по-российски. Спасибо. А чего вы по эту сторону, не по ту? Там вся вечеринка. А не знаю даже. Вас не пускают? Думаю. А, вы думаете, идти на этот фильм или не идти? Не, на фильм-то точно нет. Ну все, поздравляю тебя. Мы безработные. Скажите, вы когда-нибудь наверняка бывали на островах? Конечно, бывало. Чувствую, веселая будет поездочка. И как вы думаете, вот после просмотра кино не испортится ли у вас впечатление об актерах, об островах? О прекрасной жизни. Вы знаете, об актеров точно не испортится. Я думаю, и острова останутся у меня прекрасное впечатление как от фильма, так и в жизни. Расслабляйся и отвечай на мои вопросы. Что, русский что ли? Мама русская? Нет. Папа русский? Нет. А кто? Все вокруг. Видела Арарата? Нет, еще не видела. Мне сказали, что он сейчас суп ест. Надо им помочь. Я готова. Вы сейчас не являетесь автором каких-то проектов на нашем телевидении, юмористически? Мы сейчас выпускаем на CNN передачу, но она больше публицистическая, нежели юмористическая. Вот. И выходит наш новый ситком в Австралии. Если бы у вас была возможность сделать телешоу, то какой направленности оно бы было? Про животных, про детей, про юмор, про жизнь, Дом-2? Что? Про спорт. Это было бы либо автомобильный спорт, либо... Это что-то вот силовое, но больше зрелищное, нежели кровавое. Потрясающе. Да. Если бы я умею врать, я умею. Умеете, очень хорошо, я вижу. А теперь пожелайте нашим зрителям вот прям что-нибудь классное от вас. Что, приходили немножко? Да. Классных вам фильмов в кино. Кино – это очень хорошо, но если хорошее кино, естественно. Ходите в кино, получайте от этого удовольствие. До свидания. Когда ругают взрослые за жалости, они, по-моему, просто боятся старости и очень сильно опасаются того, что сами забыли, как дурачиться за важными делами. Я лежу на последнем клочке красной дорожки, по которой сегодня ходил сам Арарат Кещян, главный герой сегодняшнего фильма «Няньки». Приходите в кино, смотрите и учитесь нянчить детей. Пока! Я сюда нянькой не нанимался!